Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире телеканал «Айтон ТВ» программа «С большой буквы». Веду ее я, Александр Гурарье. И на связи с нашей студией, как обычно в этой программе, наш постоянный собеседник, политолог, израильский дипломат Цви Маген, полковник военной разведки в отставке, экс-посол Израиля в России и Украине. Цви, добрый вечер. Добрый вечер, Алекс. Цви, я бы хотел начать наш разговор, мы неделю с вами не общались, с тех перестановок, которые происходят сейчас в израильских силовых структурах. Ну, началось это с приходом нового министра национальной, теперь он называется, безопасности. Мы с вами это обсуждали. То есть этот министр национальной безопасности, значит, пытается подмять под себя не только полицию, которую он успешно подмял, но и переключить на себя роты Магава, роты пограничной полиции, которые служат на территориях. Он собирается ими управлять. Раньше все это подчинялось начальнику генштаба. И вот уходящий начальник генштаба, у нас сейчас сменился начальник генштаба, то есть это происходит регулярно. Так вот, уходящий начальник генерального штаба заявил, что это очень неправильное решение, что вывод из подчинения начальника генерального штаба каких-то подразделений, какие бы они ни были, нарушает баланс, нарушает боевую готовность Министерства обороны, точнее, израильской армии и так далее, и так далее. То есть до этого он никогда не высказывался на политические темы, он очень, так сказать, скрупулезно, так сказать, соблюдал политический нейтралитет, что, собственно, и положено по закону начальнику генерального штаба, но вот, уходя, он разразился. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я ничего нового придумать не могу. Он прав в том плане, что он высказал свое мнение. Речь идет, вероятнее всего, о том, что идет перекройка всей системы, и оборонной системы, и политической системы. Так что здесь очень много шума сегодня в последнее время. Что касается именно этого конкретного решения, не знаю, она будет ли реализована до конца, потому что есть большие сомнения. Но, в принципе, речь идет о том, что те или иные политические круги хотели и получили, скажем, контроль над теми или иными структурами, которые оперируют на территориях среди палестинского населения. Иными словами, это не просто передача из одного ведомства, военного в данном случае, другое, в гражданское, те или иные права или рычаги влияния, это больше, потому что, в конце концов, это очень серьезное политическое влияние, и именно те круги, которые придерживаются определенного мнения насчет будущего этих территорий, будущего отношения с палестинцами, с государством, будет оно или нет, именно они получают сейчас рычаги давления и влияния, и ввиду этого они, так сказать, разработали эту программу, эту идею, и они сейчас ее пытаются реализовать. Естественно, что армия или вооруженные силы относятся к этому негативно, во-первых, потому что она продолжает быть активнейшим, так сказать, оператором на всех этих территориях, и теперь она теряет контроль или выходит из ее подчинения системы, значит, пограничной полиции, которые будут управляться другими системами, и в самом Министерстве обороны будут два различных ведомства, и это создает действительно потенциал для, скажем, потери контроля, если хотите. Именно это имел в виду уходящий начальник генерального штаба, именно так рассматривает этот вопрос, по-моему, весь генеральный штаб и его будущий или уже настоящий начальник. Так что в этом отношении та или иная политическая партия получила доступ именно к тому, к чему она стремилась, и она теперь является полным хозяином всего, что происходит на территориях, а это очень сложный и деликатный вопрос, и я уже о нем, по-моему, все сказал. Цвен, ситуация у нас на самом деле в сфере безопасности, мягко говоря, нехорошая. То есть сегодня были опубликованы данные, что резко увеличилось количество попыток террористических актов и самих террористических актов с применением огнестрельного оружия. Несколько дней назад Хамас
показал видеопленку, видеозапись, на котором изображен израильский гражданин, который уже 6 лет находится в плену Хамаса. Молодой человек, психически неуравновешенный, ненормальный, так сказать, со справкой, который в свое время сам перелез через заграждение, попал в сектор Газа, его взяли в плен. Хотя никаким пленом это назвать нельзя, это самый настоящий захват заложника, что он не являлся ни военнослужащим, ни кем иным. Вот. И, значит, буквально вчера еще все говорили о том, что зачем это нужно Хамасу, зачем они сейчас начали ворошить вот эту вот историю, и поступила информация разведывательных структур о том, что Хамас собирается резко активизироваться с целью захвата израильских заложников, то есть точнее израильских солдат. А Хамас собирается воевать? Есть другое мнение, что Хамас собирается начать какой-то мирный процесс с Израилем, так что это два параллельных мнения, возможно. Такой своеобразный, своеобразный способ начать мирный процесс, то есть начать захватывать солдат. Ну, это рычаги влияния или давления, которые всегда полезны, тем более таким структурам типа Хамас, террористическим организациям. Но все же речь, вероятнее всего, идет о том, что не все спокойно в этом королевстве, как называется, и идут какие-то там разборки, скажем, в палестинской системе. Это включает и Хамас, и он сейчас ведет себя достаточно своеобразно, я бы сказал. Но это касается и то, что называется автономией, ввиду того, что мы уже это обсуждали, ввиду того, что там идет процесс смены, вероятно, всего руководства в обозримом будущем, наследников не видно, есть давление со всех сторон и очень большие вопросительные знаки насчет будущего, политического будущего этой системы. Параллельно идет процесс возобновления или же его не, или не возобновления, скажем, вопроса решения палестинской проблемы на мировом уровне, имеется в виду возобновить или не возобновить давление. Я напоминаю, что было принято решение в ООН, которое выставили палестинцы, которые так или иначе порицают Израиль за свое отношение к этому вопросу. Из этого следует, что вокруг этого вопроса создается какое-то поле давления, влияния, как хотите. Из этого следует, что не исключено, что в обозримом будущем будет задействована какая-то международная, скажем, система. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, весь международный, все международное сообщество между собой не обязательно рассматривает этот вопрос однозначно. Наоборот, будут те или иные давления, перетягивания каната на свою сторону. Напоминаю, Россия отдельно, Европа отдельно, США и так далее. И Китай тоже здесь не прочь принять участие. Так что весь этот вопрос сейчас на повестке дня, условно говоря, и поэтому палестинцы нервно себя ведут. С одной стороны, они грозятся и пытаются так или иначе привлечь внимание. С другой стороны, тут идет какой-то процесс, который уже не полностью от них зависит. Я хочу только напомнить, что те же палестинцы в последнее время потеряли какое-то влияние вообще не только на международном уровне, но и в арабском мире тоже. Напоминаю, что есть соглашение Авраама, где с ними уже не считаются. Я не говорю теперь про Израиль, я говорю про соседние арабские государства, которые являются ныне партнерами Израиля по разным вопросам, в частности военно-политическим. И вопросы палестинцев, который в прошлом был основным вопросом повестки дня в регионе Ближнего Востока, сейчас так или иначе его там нет. И это значит, что в лучшем случае будет оказано какое-то давление на палестинцев именно со стороны арабских государств. Так что здесь выстраивается какой-то международный, так сказать, круг давления, влияния, перетягивания, чего хотите. И с этим придется, наверное, на нашему новому правительству жить несколько последующих лет. Но и это придется и палестинцам тоже определяться. Поэтому неспроста вдруг Хамас ожил и начал так или иначе интересоваться развитием в регионе, отношениях с Израилем и так далее. Неспроста идут какие-то там движения или телодвижения в палестинской системе, так сказать, в автономии, что называется. И поэтому все это следует как минимум увязать один с другим. И посмотрим, что из этого будет. Последняя информация, которая вот поступила буквально за несколько часов до того, как мы начали записывать данную программу, что Хамас через египетских посредников передал, что он готов возобновить переговоры по освобождению израильских граждан. Я напоминаю, что там есть два израильских гражданина.
и тела солдат, которые были захвачены достаточно давно и находятся, тела находятся в плену. Это ужасное словосочетание, но это так. То есть тела в данном случае используются тоже палестинскими террористами как, так сказать, разменная карта. Короче говоря, они предложили начать переговоры, то есть они хотят там в несколько этапов. На первом этапе выпустить там осужденных женщин, потом выпустить тех, кого захватили, кого арестовали уже после освобождения в результате сделки Гилада Шалита и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот опять мы сталкиваемся с той же ситуацией, когда там за одного солдата, мы помним историю с Гиладом Шалитом, за одного солдата с нас требуют несколько тысяч террористов, и сейчас все это возобновляется. То есть какие действия, на ваш взгляд, сделаны ли какие-то выводы в системе безопасности, и будет ли Израиль опять торговаться и отдавать там тысячи террористов с кровью на руках за там двух гражданских лиц? Вероятнее всего, не будет, с одной стороны, но основное здесь не это. Основное здесь сам факт того, что Хамас обратился со своей инициативой. До этого несколько последних лет была инициатива только со стороны Израиля, и были те или иные виды давления для того, чтобы состоялся этот обмен. И Хамас никак не реагировал, или реагировал крайне отрицательно. И вдруг Хамас сам по себе добровольно предлагает какую-то сделку, не имеет значения объем сделки. Имеет значение тот факт, что Хамас предлагает какое-то там политический контакт или процесс, в результате которого будет одна из его составных, может быть, первая его составная, есть обмен, скажем, пленными, если хотите. Но основная это здесь как раз другая, потому что Хамас тоже примиряется к своей будущему статусу, за которым он готов бороться сейчас, а будущий статус он сейчас в палестинской автономии, поэтому я считаю, что это начало какого-то там интересного процесса. Естественно, вопрос, касающийся непосредственно и, скажем, заложников, и погибших, и так далее, это отдельный грустный вопрос, но он сейчас используется именно для этого. Цви, поступило сообщение о том, что, оказывается, в течение последних нескольких недель, а может быть даже и месяцев, Соединенные Штаты занимались переброской со своих складов в Израиле, у них в Израиле есть собственные склады, переброской снарядов, по-моему, 150-миллиметровых, причем несколько десятков тысяч снарядов были переброшены отсюда в Украину. Тем самым Израиль в какой-то степени оголяет свои, так сказать, резервы на случай конфликта. Конфликт в наших местах может случиться в любой день, в любую минуту. И уверяют, что наш ушедший премьер-министр дал на это согласие. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, эти склады принадлежат Соединенным Штатам, не Израилю. Они находятся на территории Израиля, они могут быть использованы израильтянами или соседями, или Соединенными Штатами для тех или иных военных операций, которых пока на горизонте не видно. Надобности в этом я не очень вижу, но все же. Поэтому решение политического толка здесь, оно в руках Соединенных Штатов. Оно берет, оно дает, оно отнимает и так далее, и передает это дальше. А передает это, по-моему, Украине, если я правильно понимаю, но это не Израиль, это Соединенные Штаты, которые продолжают вооружать Украину. Израиль здесь со стороны. Конечно, они против. Если хотите, берите, но так. Теперь, что касается будущего конфликта, по-моему, это не очень влиятельный фактор, ни эти снаряды, ни этот вид вооружения, потому что речь идет о противостоянии с далекими за горизонтом государствами, с которыми разбираются не артиллерия, а другими системами. Поэтому я не считаю, что это очень жизненно необходимо. Тем более, что Израиль за эти годы сумел, наверное, наладить свое производство, у него нет проблем со снарядами. Но это уже мнение, что касается этого. Но факт есть факт, да. Они собираются это сделать, а Израиль вынужден согласиться, потому что это не принадлежит ему, а им. Ну и как бы напоследок, да, вкусное на третье. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров очередной раз блеснул знанием истории, высказался. Итак,
Он заявил сегодня в ходе пресс-конференции, точнее, это не сегодня было, что самое трагичное слово минувшего года – война, а также добавил, что в данный момент россияне – это такие новые евреи, а коллективный Запад – это новый Гитлер, пытающийся их уничтожить. Он заявил, что Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза. Сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейских, входящих в НАТО, и членов ЕС с той же задачей – окончательного решения российского вопроса, так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейских вопросов. Если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо более вменяемых, заявил Лавров, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. Итак, мы с вами с полгода назад обсуждали высказывание Лаврова о том, что евреи служили в немецкой армии, как бы, так сказать, были пособниками фашистов, это все понятно. И вот сейчас новый пассаж. Это что? Это случайность, это опять оговорка, или это сознательная, целенаправленная политика, которая, как бы, является, так сказать, мейнстримом российской пропаганды? За что меня так? Этого у Лаврова спросили. Разбираться с демагогией Министерства иностранных дел России. Но я, что я могу сказать по этому поводу? Ну, они всегда гораздо что-то новое придумать, других не спрашивают. А ваши бывшие коллеги, между прочим. Ну, не будем. А что касается непосредственно этого высказывания, это в последнее время в России. В последнее время это не за последнюю неделю, это дальше. Да? И идут какие-то разборки, скажем, философского толка насчет был или не был геноцид по отношению к российскому народу со стороны в свое время во Второй мировой войне со стороны Германии. И тут оказывается, что на повестке дня, международной повестке дня, философской, да, есть и понятие Холокоста, это относится только к евреям, геноцид относится только к евреям, а то, что было с русскими, это жертвы войны и так далее. И россияне пытаются сейчас как-то изменить эту терминологию и сказать, что был геноцид по отношению к России, к российскому народу, к российским народам, если хотите, со стороны... Да, это был Советский Союз. То есть... Да, по отношению к ним был геноцид, а не только по отношению к евреям. Это очень спорный, деликатный философский вопрос. Сейчас же используется, вот Лавровым же, этот аспект именно на подчеркивание того факта, что то, что происходит по отношению сейчас со стороны Запада к России, это продолжение той же политики, в смысле геноцида, в смысле уничтожения России, в смысле то, что речь идет о нацистском подходе со стороны тех или иных игроков на мировом уровне и так далее, и так далее. Это вопрос, к которому надо относиться как каждый со своей позиции, но именно они решили его использовать. Израиль на это, или еврейский народ должен это реагировать однозначно. Холокост – это Холокост. Он был произведен или совершен только по отношению к еврейскому народу. Все остальные так или иначе были жертвами, но не в этом контексте. Контекст идет о том, что было намерение, было и реализовывалось намерение полного уничтожения народа. Этого никто не собирался, по-моему, делать ни в прошлом, ни в настоящем. Но все же речь идет о том, что Россия сейчас выставляет именно этот, скажем, это утверждение, этот фактор, и за него идет какая-то там, скажем, философская борьба. Я еще не знаю, чем это кончится, но факт, что теперь его используют именно в контексте Израиля тоже, еврейского народа, если хотите. Вот все. Ну и как Израиль должен реагировать на это? Ну, каждому свое. Я, так сказать, я бы отмолчался. Израиль как государство. Да, Яд Вашем или системы, которые занимаются этим вопросом, отслеживают этот вопрос, должны отреагировать в том плане, что постоянная позиция еврейского народа и этих израильских структур, занимающихся этим вопросом, такова, как она. Более или менее, которую я представил, да, что это Холокост, это еврейская трагедия, и не надо сравнивать, и не надо заниматься этим вопросом более, чем это уже сделано. Но я высказываю мнение, я не знаю, чем это кончится. То есть это не может привести к каким-то дипломатическим конфликтам? Это не на том уровне, это не отношения между государствами. Это отношения этого типа. Отношение к истории, отношение к философии этого вопроса, но не более. Но вот это, так сказать, сравнение, если можно так выразиться, фигура речи, которую употребил Лавров, на ваш взгляд, она направлена
и против Израиля тоже, против евреев? Или это чисто разборки с Западом, а евреи попали под раздачу? Второе. Это разборки с Западом, а евреи попали, когда, по-моему, не только Лавров не упускал возможности как-то кольнуть евреев тоже, или Израиль в этом отношении. Да, но в основном это по отношению к Западу. Потому что самое страшное, что было в 20-м столетии, это именно этот Холокост, и Россия теперь говорит: Запад, вы продолжаете Холокост по отношению к нам, это не только к евреям, именно это самое страшное, скажем, самое страшное, что может произойти. Это обвинение такого типа, оно действительно превышает все знакомые нам меры, и в этом отношении это продвижение, так сказать, красной черты далее направление отношений России с Западом. Но это не обязательно означает, что завтра новая война или что-то вроде этого. По-моему, это как раз другое. Но это уже другой вопрос. Спасибо. Спасибо, Цви. Я на этом позволю себе закончить нашу первую часть нашей программы. Во второй части мы поговорим с вами о международных событиях, о войне в Украине, Иране и так далее. Я напоминаю, что с нами беседовал Цви Маген, политолог, израильский дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, полковник военной разведки в отставке. Его программу «Александр Гурарье» мы продолжим через несколько минут.